Такие бутерброды очень простые и вкусные. Они незаменимы для быстрого перекуса или угощения на природе, а также хороши на завтрак. Такое сочетание продуктов всегда беспроигрышный вариант. Вся прелесть этих бутербродов заключается в том, что благодаря тонкому слою растительного масла на противне они получатся сразу на поджаренном батоне. А хрустящая корочка – это всегда очень вкусно. Угощайтесь! Нарежьте кубиками колбасу и помидоры. Добавьте тертый сыр, кетчуп и майонез. Перемешайте. На противень налейте немного растительного масла. На кусочки батона выложите немного начинки и разложите их на противне. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 15. Немного остудите и угощайтесь. Приятного аппетита!